ребят, всем доброе утро. Воскресенье в Тбилиси, Пасха. Людей на улицах мало. Мы на этой улице. На этой, да. Мы нашли. Мы поняли вообще, что возле нашего дома как раз и находится это колесо обозрения, которое мы искали. Вот, поэтому просто поднимаемся, идем на фуникулер. Ну, там на горе будет парк развлечений. Так, мы поднялись наверх, в парк аттракционов. Да, жарко, тут очень тепло. Для того, чтобы попасть сюда, подняться, вот такая карта нужна. Ее тут пополняешь, она сразу же на подъемник, на подъем, на спуск и на колесо обозрения. Вот туда-то мы, собственно, и идем. Цена на колесо обозрения, забыл сказать, 3,50 с человека. Короче, где-то в районе 90 рублей, что вполне нормально. А, кстати, еще вот эта карта, которая для всего этого дела, она платная, стоит 3 лари. Ну, в принципе, если еще собираетесь возвращаться, то можно ее потом в дальнейшем использовать, так что не выкидывайте, так же, как и транспортную. Мы почти поднялись на самую высокую точку. Вот тут буквально вот еще чуть-чуть, и мы уже в самом верху. Я тут с двумя камерами, потому что подснимаю одновременно планы, разговариваю, снимаю на iPhone Stories и пытаюсь тут все успеть. Сейчас вот еще чуть-чуть. Можно смотреть вот позиции в этой балке. Вот сейчас уже почти что мы уже в самом верху. Вот там вот эта большая круглая штука, это стадион Динамо Тбилиси. Вот эти все многоэтажки, это новый город. Вот там все то, что дальше, вот это все, это старый город. Лайфхак для ленивых блогеров. Вот эти тоже камеры снимают таймлэпс, чтобы постоянную подсъемку не вести. Не знаю на самом деле, как это все прокатит, не прокатит, но интересно попробовать. Зашли в кровавый магазин с специями, чаями. Чай, черчхелла. На самом деле ищем мед. Вот он мед. Итак, мы зашли в Organic Prosper Bar, где не грузинская кухня, больше европейская. Да, продукты местные, мясо. Взяли ассорти брускет по бокалу красного сухого вина. Вот, еще будет Georgian set, это шашлыки, еще что-то, не помню что. Так, пробуем сначала комплимент от шефа. Давай, бери Соню. Почему-то Соня взяла Дани. Соня, так, давай попробуем. Да, морковный крем. Это как крем суп. Да, это морковный крем. Мне кажется, здесь есть еще тыква. Да, морковно-тыквенный крем. Очень вкусно. Да. А теперь попробуем брускет. Да, ассорти брускет. Стоит, по-моему, 25 лари. Дальше да. Мясо. Сыр, помидор, хлеб. Соус потрясающий. И сыр чувствуется. Так, пробуем вот эту брускет. С песком. И соус. Мясо, какой-то перчик вижу. И сейчас попробую. Ну-ка, бери тоже. Мне нравится, как вкусно. Ребят, ну, великолепно. Так, последняя брускетта. Давай, вперед. Брускетта с шашлыком. Ну так, на черном хлебе. Так, нам принесли наш Georgian set, это
Шашлычок, кебаб, кусочки курицы, соусы. Ну что, давай, пробуем? Да. С чего начнем? Пахнет вообще невероятно. Пробуем куриные кусочки. Можно, кстати, макать в соус. Да, в соусе я тоже попробую. Я хочу попробовать без соуса и с соусами. Ну-ка, давай, Соня. И мне нравится, что есть овощи, зелень какую-то подают, потому что я это люблю. Да. Так. Ну-ка. Ну как? Видно, что она не придержанная, когда, например, рассыпается. А как соус? Попробуй какой-нибудь соус. Белый соус?